Гепарды зачастую работают командой, стаей. Тут они охотятся на страуса, нападают, облепляют со всех сторон. У страуса выжить нет возможности. Хоть и сильная птица страус, но победить гепардов она не может. В одиночку тоже гепарды пытаются атаковать гигантских птиц, но у них здесь ничего не получается. Страусы дают отпор. На этих кадрах мама гепард обучает своих детей охоте. Она заприметила жертву, импалу, и начинает медленно к ней красться. Подходит ближе, бросок, и она атакует импалу. Котята бегут следом и смотрят, что она делает. Борьба, и импала повержена, готовая еда.